Всем привет! Приехали светодиодные колпачки и внезапно надпись на русском. Золотник светодиодный. Ну, давайте вскроем, посмотрим, как это все выглядит в реальности. Так, значит, у нас тут есть переходники. Это переходники для тонких велосипедных ниппелей. А стандартно у нас идут для больших ниппелей, которые, в принципе, в автомобиле, во всяких там скутерах, мопедах стоят. И на велосипеде, естественно, тоже, в общем-то, стандартный размер у нас в стране. Так, давайте вскроем один, посмотрим, что же у нас тут. Так, у нас тут вот белая проставка, препятствует контакту. Тут пружинка. И есть у нас батарейки, три штуки. Батарейки у нас... Сейчас маркировку посмотрю. Батарейки АГ-10. Ну, в общем-то, достаточно распространенный формат. Найти их не проблема. В принципе, на том же Алиэкспрессе там пачки продаются, эти батарейки стоят достаточно дешево. Но я думаю, с таким светодиодом он, в принципе, должен достаточно долго. В общем, эти батареечки должны долго работать. Так, вот, в общем, мы его включили. Он у нас как бы не работает, но если начать его трясти, видите, да? Так, ударяю, он загорается. То есть при тряске включается светодиод. Пока тряски нет, электричество, значит, экономится. Вот такая вот у них интересная системка. Ну, в общем, я попробую заснять это, как выглядит на велосипеде. Сейчас немного стемнеет. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что это будет хорошо видно на камеру, но тем не менее. Я попробую. Все стемнело. Сейчас я раскручу педали на велосипеде, и вы увидите, как светятся эти колпачки. Так, через камеру я наблюдал некоторые мерцания. Вживую мерцания не видно, то есть очень гладко так вот идет круг, размазывается свет и, в общем, выглядит достаточно красиво. Камера это не передает на 100%. Ну, в общем, как итог, штука интересная, стоит недорого, взять для забавы стоит. Ссылка, как всегда, внизу под видео.